Торговые сети Прикамья рассказали о готовности приема оплаты картами МИР. В частности, уже осенью расплатиться национальным пластиком можно будет в Ашане, сообщили в компании. В сети магазинов ритейлера X5 Group, Пятерочки, Перекрестки и Карусели в настоящее время к оплате уже принимается кабейджинговая карта МИР, совместная с зарубежными Visa и MasterCard. Всего в Прикамье выпущено чуть менее 1500 платежных карт МИР. Их эмитентами выступили 3 российских банка, работающих в регионе. До конца года эти карты планируют выпускать еще 15 кредитных учреждений. Обслуживает национальный пластик на сегодня 6 финансовых организаций. Выпуск карт МИР должен обеспечить финансовый суверенитет страны. Они призваны стать альтернативой зарубежным Visa и MasterCard.